Привет. Пробужден? Отлично. Я тоже скоро. А, тренируюсь. Алло. Алло. Абонент временно недоступен. Алло. Перезвоните позже. Абонент временно недоступен. Как недоступен? Перезвоните позже. The subscriber. И до утра опять не будет спать и будет вспоминать, опять не будет спать. И до утра абонент временно опять недоступен. Не будет спать и будет вспоминать, опять не будет спать. Перезвоните позже. Утро и снова на работу рано. В голове бардак, он еще немного пьяный. Допьет вино из вчерашнего бокала. Поставит пасту, чтоб ничего не напрягало. И просидит, как молча, 2 часа на кухне. О чем-то думает, уже с утра не в духе. Опоздает на работу, как обычно. И это вошло, походу, в привычку. Да, веселая была неделя. Голова гудит жуткого похмелья. И соседи дико напрягают. Кто-то что-то за стенкой выясняет. Была по нарядам, было все по-другому. А теперь он просто для нее знакомый. Да, вот так бывает. Только он ее никак не забывает. Алло, привет. Тебе моя не звонила? Ты уже с ней несколько дней не разговаривала? Да я вот до нее дозвониться не могу, ее уже несколько дней дома нет. Ну ладно, давай, пока. Чрезвычайные новости. К сожалению, в нашем городе участились случаи пропажи людей. И сегодня к нам в телестудию обратился молодой человек, у которого данная проблема. Здравствуйте. Я не знаю, с чего мне начать. Пропал близкий мне человек. Вот фотография этого человека. Я прошу, кто располагает какую-либо информацию, если кто-то видел, слышал, знает что-либо, помогите мне найти, пожалуйста, этого человека. Дорогие телезрители, если кто-либо из вас видел данную девушку, пожалуйста, позвоните по телефонам, которые внизу экрана. Спасибо. Пропал человек. Опять пропал человек. Опять пропал человек. В нашем городе опять пропал человек. Алло, привет. Мне кажется, я знаю, кто за всем этим стоит. Да, я их нашел. Все, все детали при встрече. Давай.
Пока. Вот документы на товар. Будьте предельно аккуратны. Документы все в порядке? В порядке, не беспокойся. Ну ты нашел время позвонить. Я ж тебе говорил, тебе сам наберу. Поехали. Все в порядке, жди звонка. Фак. Значит так, слушай внимательно. Я их затащил на старый заброшенный бассейн. У тебя максимум 5 минут. Так как найти? Пилингуй мой телефон. Все, давай, с группой, я тебя жду. Отбой, давай. Пилингуйте номер. Ugh!
документ по вызову. Тихо! 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 Какую его? Забирай! Колени под себя! Вверх! Как ты? Держись, мы не опоздали. Все нормально. Давай, пошли, пошли. Увезли уже? Конечно. Уже поехали. Алло, да. Какой сюрприз? Что? Куда мне посмотреть? Ангелы, но зачем пронзает сердце боль? Стрелами предали любовь. Что же мы сделали? Город зажигает фонари, в душе по-прежнему темно. Знаешь, разбиваются мечты, если рядом нет никого. И навстречу счастью сделать шаг. Я ни разу так и не смогла. Слезы по щекам, печальный знак. В этом мире я совсем одна. Все бы изменилось.